Здравствуйте, дамы и господа. Ну что ж, я вас приветствую сегодня. Сегодня есть для вас новости, хорошие новости, как обычно хорошие новости, потому что понедельник для нас день совершенно радостный, потому что мы можем с вами поделиться своим видением и ближайшими планами, которые мы реализуем в нашей самой лучшей компании в мире. Итак, друзья, первое, что я бы вам хотел сегодня рассказать, это релиз. Релиз приложения 3.5. Приложение Jam уже, как вы знаете, Google Play, и активно люди его скачивают. И в этом релизе есть ряд доработок. Мы постоянно дорабатываем данное приложение и постоянно его совершенствуем. И на сегодняшний момент у нас изменилась форма «Пригласи друга». Вы знаете, у нас раньше была такая, ну, обычная сухая форма со стандартной фразой на английском языке, вернее, даже не на английском языке, а на русском языке, в транскрипции. И она присылалась, в общем-то, вашему приглашенному, да, приглашала его скачать приложение, и человек, в общем-то, скачивал, и мы решили это все дело доработать. То есть сейчас мы первое, что сделали, это направили с помощью этого сообщения к вам на лендинг вашего приглашенного, и далее он уже автоматически попадает к вам в структуру, и доработали форму сообщений. То есть сейчас изменилось, вы там можете вставить свое собственное сообщение, там уже есть, но вы можете отредактировать. Обязательно вставьте, пожалуйста, там логин, значит, ваш логин, то есть адрес продукта JamGo, потому что у каждого из вас есть свой сайт JamGo, и там, конечно же, стоит указать ваш логин, и с вашим логином будет отправляться данное сообщение тому человеку, которого вы приглашаете. Таким образом, приходит ему сообщение, которое вы можете составить от себя, отредактировать. И в этом смс-сообщении он будет видеть строчку. Это домен, ваш JamGo, куда он заходит. Там может скачать приложение, оставив свой телефон. Там же он регистрируется и автоматически попадает к вам в структуру. Вот таким вот образом сейчас будет работать форма приглашения. И это очень круто. Почему? Потому что сообщение на какое-то свое, отслеживать то сообщение, которое лучше всего работает, обращаться к вашему человеку, кого вы приглашаете по имени, и так далее и тому подобное. В общем-то, массу преимуществ, которые позволят вам более продуктивно, значит, приглашать людей в проект Jam. А второе, у нас появилась кнопочка «Выход», и она теперь работает, не стирая чаты, для отключения приложения. То есть вы можете нажать «Выход», при этом ваши чаты остаются все в целости и сохранности. Потому что в самом начале стирались чаты, но мы это быстренько устранили по желанию наших партнеров, и теперь эта кнопочка работает, так сказать, полноценно и хорошо. Третье, появилась возможность регулировать тайминг, то есть это время просмотра в зашифрованных сообщениях. То есть, когда вы отправляете сообщение, которое вы хотите, чтобы человек просмотрел, и потом оно исчезло у него с истории, это сообщение кому-то показать, или кто-то случайно мог бы увидеть, так вот, вы можете регулировать, нажимая на замочек, вы можете регулировать время просмотра данным человеком вашего сообщения, и после этого это сообщение исчезнет. Поэтому вот такие вот интересные у нас фишки появляются в нашем приложении тогда, когда можно, я не знаю, ну, подшутить над собой, да, сфотографировать себя в какой-то ситуации, в которую вы случайно, допустим, попали, ну, какой-то смешной, да, отослать другу и быть уверенным, что дальше он это все дело не будет показывать кому-либо. Может быть, это еще какие-то моменты, там, бизнесмены отправляют какие-то свои сообщения по бизнесу, и те, которые они не хотят, чтобы сохранились далее у человека, и это сообщение появляется и через время исчезает. В общем-то, область применения данным сообщением просто огромная, начиная от просто
каких-то молодежных приколов и заканчивая серьезными фишками. А вот, ну, друзья, вот как бы это три таких нововведения в этом релизе. Конечно же, релизы у нас выходят как минимум раз в неделю, как минимум, а то и больше, потому что мы постоянно дорабатываем, и, конечно же, это еще не предел. То есть мы сейчас только начинаем различными фишками, ну, так сказать, улучшать наше приложение для того, чтобы оно было интересно как можно большему количеству людей. И что мы еще делаем? Пожалуйста, следующий слайд. Это, конечно же, дорабатываем дизайн, потому что мы уже несколько переросли, мы перерастаем в более серьезное приложение, и в релизе 3.6 вы уже увидите новый дизайн, более серьезный, более солидный, более интересный, тот дизайн, который выбивается из рынка, и вы это увидите вот в ближайшую неделю. Теперь рассказываю вам по секрету первую фишку, которая будет у нас в приложении, чем мы будем круче, чем все остальные. Представьте себе такую возможность. Вы запустили у себя приложение Jam на телефоне, и ваше преимущество теперь очень интересно в том, что вы постоянно будете в онлайне, всегда в онлайне. Каким это образом будет делаться? Представьте себе, что в ваше приложение входит уникальная база данных, логинов и паролей всех Wi-Fi точек в мире, ну практически всех. Всех общедоступных Wi-Fi точек в мире. Где бы вы в каком городе ни находились, вы сможете посмотреть на карте, где есть бесплатный доступ Wi-Fi, и подойти туда и свободно там пообщаться. А вот, даже не обязательно эту карту, система автоматически будет ловить Wi-Fi точку, если эта Wi-Fi точка будет у нее в базе, она автоматически вас подключит к интернету. И таким образом вы будете постоянно в онлайне. И откуда база эта будет формироваться? Все очень просто. Каждый из нас, у кого есть данное приложение, он может поделиться какой-либо точкой Wi-Fi, общедоступной. Ну, например, то есть у вас есть там, я не знаю, Wi-Fi дома, или где-то на работе, или где-то у вас рядом кафе есть, в котором есть Wi-Fi, вы заказали в данном кафе, ну, что-то, допустим, там выпить или закусить, вам принесли чек, на нем написан пароль от Wi-Fi, да, или вы сразу спросили у официанта. В общем-то, вы добавляете и даете свое разрешение на добавление в базу данных данной Wi-Fi точки. Таким образом, каждый вот человек, у которого есть какая-то своя база Wi-Fi точек, он может это все дело дать, ну, если, конечно, в нашу систему, и таким образом он делится своими точками, и своими же точками делятся остальные участники данного проекта. Таким образом, у нас через очень короткий промежуток времени будет просто миллионы Wi-Fi точек с паролями, с помощью которых данное приложение будет постоянно держать вас в онлайне. Таким образом, вы всегда будете в интернет и всегда сможете передавать сообщения, а через очень короткий промежуток времени у нас появится, естественно, и голосовая связь, и таким образом вы сможете везде в мире общаться бесплатно. Вот такая вот интересная штука у нас будет. Мы, конечно же, молчали об этом очень долго, потому что ни одно приложение в мире пока не обладает вот такой фантастической возможностью держать вас все время в онлайне. И вот это дело мы начали реализовывать, и буквально через неделю уже начнем это. Вот, пожалуйста, такие скромненькие у нас новости. Но это еще, конечно же, не последняя новость, и мы переходим дальше. Друзья, я напоминаю вам, что система Jam.go работает просто отлично. Мы наращиваем обороты, и
сейчас уже у нас регистрация прошла на 153, более 153 тысяч человек, и это тоже не предел, каждый день все больше и больше людей регистрируется, это значит, что данный продукт работает, и мы этот продукт тоже постоянно совершенствуем, постоянно дорабатываем, смотрим, где какие моменты у людей происходят, что непонятно, и, в общем-то, стараемся оперативно все это менять, дорабатывать, и я больше чем уверен, что это будет просто уникальный, суперский продукт для построения активной структуры, как в онлайне, так и в офлайне. Почему в офлайне? Ну, потому что вы, по сути, в офлайне шлете смс-сообщения о вашем потенциальном дистрибьюторам, вашим знакомым, которые заходят на данный сайт, скачивают приложение, читают на этом сайте информацию и изъявляют желание идти дальше, регистрироваться и участвовать в бизнесе GNetwork. Что нового в Django мы сделали на прошлой неделе? Это следующий слайдик. Безусловно, мы активно работали... Нет, предыдущий, пожалуйста. Да, мы активно работали над тем, чтобы он работал быстрее. Мы устраняли какие-то небольшие ошибочки, которые возникали при нагрузке, потому что очень много людей начало этим одновременно пользоваться. И мы доработали систему тогда, когда люди регистрировались без своего спонсора. То есть сейчас система автоматически определяет, вернее, автоматически она определяет, человек пришел по реферальной ссылке или нет. И если нет, то она спрашивает логин спонсора, либо e-mail спонсора можно ввести в разделе «Спонсоры». Также не требуется теперь регистрация отдельная в компании GNetwork. Когда человек заполняет профиль в системе Django, автоматически ячейка ему присваивается в нашей бинарной системе, и система работает сейчас, в принципе, очень хорошо, и вопросов у людей уже не возникает. Но, конечно же, мы не останавливаемся на этом и будем дальше дорабатывать эту систему, дорабатывать интерфейс, дорабатывать различные фишки, которые есть, потому что вот в течение месяца прошлого мы сделали порядка 50 доработок, это мы не будем останавливаться, потому что мы хотим, чтобы этот продукт был идеальный и фактически делал 90% работы за вас. Ваша задача подключать новых людей, направлять на этот сайт людей, а дальше уже задача этого сайта сделать из них ваших партнеров. Безусловно, это не отменяет работу, так сказать, на земле, потому что самые успешные лидеры, они, конечно же, используют все возможности. Не только интернет-сайты, не только интернет-бизнес, но и офлайновый бизнес. Потому что если ты хочешь, чтобы у тебя активно строилась структура, ты должен работать как в интернет, так и на земле. Следующий момент. Друзья, я хочу вам напомнить, что в среду состоится очередная школа. Школа по продукту GMAP. Для тех, кто хочет действительно зарабатывать много и быстро, я хочу вас пригласить на школу Алексея Кременского, который проведет для вас просто великолепную конференцию, в которой расскажет о GMAP, о том, как это все дело использовать, что это за продукт. А вы знаете, что GMAP – это как бы логическое продолжение системы Django. То есть Django – это усеченная версия GMAP. GMAP имеет гораздо больше интересных возможностей. И вам обязательно нужно про эти возможности знать, чтобы вы могли правильно рассказывать людям, почему им стоит дальше на следующей ступеньке перейти уже от продукта Django в продукт GMAP. А вот. Друзья, следующий момент, ну, тоже такой радостный. Значит, мы закончили испытание биосмартфона, мы много раз вам об этом говорили, что вот сейчас делается, в общем-то, мы закончили. На сегодняшний момент активно разрабатывается специальное приложение, управляющее
нашим смартфоном. Вот на фотографии вы видите, как выглядит этот телефон. И включен генератор импульсов. Это очень интересно. Это система биорезонанса, которая будет продлевать нам жизнь. Вот впервые телефон, он не то что вреден, а он полезен в плане того, что он гармонизирует. И я на этом не буду останавливаться. Ну, в общем-то, мы закончили уже его полностью разработку. Сейчас мы первых несколько штучек, там вот 5 штучек разошлем нашим основным лидерам по разным регионам, для того, чтобы они дали обратную связь, а для того, чтобы они могли протестировать и сказать, что да, действительно, это классный продукт, направляйте. И с этого момента мы начнем активно, друзья, рассылать эти биотелефоны. Поэтому вот такая вот тоже хорошая новость. Мы уже передаем лидерам на финальные тесты вот эти телефончики. На этой неделе мы уже постараемся. Ну и последняя моя новость, по сути, это не совсем новость, потому что мы об этом уже оговорили, а мы говорили о том, что мы будем разыгрывать регулярно лотереи. Следующий слайдик. Мы разыгрывали 24 февраля, сегодня будем разыгрывать, и 9 марта будет финальный розыгрыш. Сегодня, как и каждую неделю, мы разыгрываем 17 акций Джем на сумму 50 тысяч долларов среди тех, кто купил паки премиум и среди их спонсоров. А 9 мая мы разыграем суперприз среди всех участников. 50 акций на сумму 150 тысяч долларов. Поэтому, друзья, мы приглашаем вас к участию. Очень серьезные суммы, очень серьезный суперприз. И сегодня мы разыграем среди покупателей и их личных спонсоров паков премиум в период с 24 февраля по 1 марта 2015 года.